Здравствуйте, в эфире программа «Круглый стол». Веду я, Магомед Махатилов. Наша страна, она имеет в своей истории даты, которые выделяются своим трагизмом, героизмом. И одной из самых в этом плане выдающихся и трагичных дат является 22 июня. Этот день обозначен как День памяти и скорби. И на самом деле для всех жителей нашей страны, для всех жителей бывшего Советского Союза, это, наверное, один из самых тяжелых дней в память, поскольку огромное количество жертв. Нет ни одной семьи, нет ни одного человека, который так или иначе не был затронут этой войной. И мы поговорим об этой дате, о том, что это значит для нашей страны, какая память в наших сердцах, в наших душах до сих пор есть, и о том, что делается для того, чтобы этого никогда не повторилось, чтобы память о тех героях, о наших предках, которые дали жизнь за нашу жизнь, за нашу свободу, сохранялась в веках. И сегодня в нашей студии мы будем разговаривать с начальником правления по делам религии и нации Республики Дагестан Расулом Гаджиевым, иеромонахом Иоанном, настоятелем храма в городе Каспийске, и профессором, доктором исторических наук, проректором по науке и инновациям Дагестанского гуманитарного института Хайбулой Магомедсалиховым. Я рад вас видеть в нашей студии. И сколько бы мы ни говорили о этой войне, сколько бы мы ни говорили о том, что она принесла для каждой семьи нашей страны, этого будет, наверное, недостаточно, поскольку, наверное, нет более трагичной и более кошмарной даты и события в нашей истории. Не было никогда таких жертв за всю историю человечества. И Первая мировая война, и Вторая мировая война, они трагичные. Но именно Великая Отечественная война, которая вот является основной частью Второй мировой, она отличается вот наибольшим кровопролитием, наибольшим количеством жертв среди именно гражданского населения. Слуга Джевич, я знаю, что Министерство по национальной политике и делам религии, оно активную работу проводит в деле патриотизма, воспитания поколения, сохранения этой памяти. Ну, вкратце расскажите о том, что делается вот вашим ведомством в этом направлении. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Действительно, Министерство по национальной политике и делам религии, как политическое и идеологическое министерство, постоянно занимается с проблемами, с вопросами, связанными с исторической памятью народов России и Дагестана, в том числе, в которых принимало участие, безусловно, все представители народности Дагестана. В эти дни, связанные с этой трагической датой 22 июня и посвященные к этой дате, у нас регулярно проводятся встречи и со студенческой молодежью, и представителями духовенства, и различные проекты наглядные, такие, которые выставляются на официальном сайте Министерства по национальной политике и делам религии. Хочу отметить, что ранее Министерство по национальной политике, не это, а предыдущее министерство, я как очевидец говорю, министерство принимало самое активное участие в создании книги памяти всех участников от Республики Дагестан. Она, эта книга, есть у нас. Это была первая наша пробная, так сказать, попытка. Но она получила хорошую поддержку со стороны и ученых, и представителей общественных религиозных организаций. Забывать эту дату ни в коем случае нельзя, поскольку подрастающее поколение, на примере Украины мы видим, как легко можно молодежь увести от самых актуальных, от самых серьезных дат, имеющих место в нашей истории. За короткий период времени настолько обидно, что украинский народ, вносивший огромный вклад в уничтожение фашизма, сегодня совершенно выглядит в ином формате.
Это потерявшие миллионы жизней в этой войне. Абсолютно правильно. И при том, народ, на территории которого, Украины, происходили самые главные, может быть, события Второй мировой войны, на фронтах Второй мировой войны. Это нас заставляет и на уровне общественных организаций, и на уровне духовенства, безусловно, проводить разъяснительную работу среди населения и прихожан. Мы сами участвуем во всех мероприятиях, которые нас приглашают мероприятия. Тема одна, тема вот, необходимости вот, дать дан всем тем, которые отдали свою жизнь, защищая нашу родину, наших матерей, детей, и остались на полях сражений. Я могу сказать, что, наверное, цифры будут, наверное, и другие, по крайней мере, по тем цифрам, которые нашел. 127 432 человека из Дагестана были призваны в ряды советской армии во время Великой Отечественной войны. 80 тысяч человек из них не вернулись с полей сражений. Это почти 11,1% общего количества населения Республики Дагестан. Вот он еще надо учитывать, что кроме призванных во время войны, еще были люди, которые сами служили в Красной Армии. Это еще было там почти 60 тысяч человек. Это ну, общее количество цифр, это 180 тысяч, те, которые так или иначе прошли через Великую Отечественную войну со стороны... Я так говорил, чисто из мирного населения. Это дополнение к тому, что... Вот, спасибо. Почти на всех фронтах Великой Отечественной войны сражались мусульмане, в том числе дагестанцы. Вот первый удар принял Брестская крепость. Там почти половина личного состава крепости были представители из Кавказа и Средней Азии. Об этом уже хорошие сейчас и документальные, и художественные фильмы появились. Наглядно показывает, как и единым кулаком все народы Дагестана, все народы России, в том числе Дагестана, участвовали в разгроме фашистов. Одним из последних защитников Одесской крепости был Бархановев Умадгирей, это ингуш по национальности, пал смертью храбрых, вот одним из последних вот, защитников Брестской крепости. Я уж не говорю, что вся население республики работало на трудовой фронт, создавая, собирая, обеспечивая Красную Армию всем необходимым. Я здесь, наверное, все-таки напомню, с чего начиналось и как изменилось резко отношение духовенства к этим событиям. «Родина, мать зовет» – это был зов не только для всех жителей Советского Союза, тогдашнего Советского Союза. Буквально 15-17 мая 1942 года в Уфе состоялся съезд мусульманского духовенства. Там Габдурахман Расулев, муфтий Башкортостана, в принципе, выступил по итогам обсуждения на съезде широким таким воззванием, обращением ко всем населению, мусульманскому населению Советского Союза, которое было очень хорошо поддержано, сильно поддержано Иосифом Сталиным. Мало того, что сам лично Габдурахман Расулев собрал лично своим активным участием средства на создание колонны, танковой колонны. Примером тому стало и участие дагестанских вот наших представителей, нашего населения. Тоже была создана такая же танковая колонна имени имама Шамиля. Участие духовенства, которое оставалось на мирных полях, здесь обеспечивалось еще сбором средств прямо в мечетях, в храмах. Население приносило, собирали средства для фронта, для армии. Это очень имеет большое значение. Да и, в принципе, знаете, что вот это сам труд дагестанцев не стал, дал хорошие в том плане, что свои результаты. В плане памяти, я это опять подчеркиваю, более 57 на 57 наших соотечественников дагестанцев стали героями Советского Союза. Ну, стоит, наверное, вспоминать фамилию Абдулхакима Исмаилова, который водрузил знамя победы над Рейхстагом.
Марухский перевал на Кавказе, куда немецкие отборные, немецкие горно-стрелковые дивизии вермахта двинулись с целью захвата Кавказа. Им противостояло подразделение, собранное исключительно из жителей Дагестана и Азербайджана. Но они смогли все не только отстоять, но и выгнать, и дальше, в общем-то, отвести угрозу от наших краев. В том же Сталинградской битве там огромное количество наших земляков своим трудом, кровью, своей смертью, в общем-то, отдавали все для победы над фашизмом. На самом деле, тут вы упомянули о Сталинграде, фактически в каждом сражении, мы говорим в данном случае о вкладе Дагестана в общую победу, начиная вот с первого сражения, как вы сказали, с Бреста, с пограничных сражений. Очень много пограничников было родом из Дагестана. В частности, вот брат моей бабушки, вот, который был кадровым военным, отступал до Смоленска, прошел несколько окружений. Борисов Магомед, он мне рассказывал все эти подробности об этих боях. Удивительная вещь, вот по его воспоминаниям, на самом деле пограничники были одни из самых подготовленных войск советской армии, но они входили тогда и сейчас входят в состав КГБ, но тогда входили в состав НКВД. И единственное подразделение, которое во время первого этапа, то есть первых дней войны, которые смогли разбить наступающие войска и пойти на территорию противника, закрепиться там, были пограничные войска. Это на территории Молдавии. Они отбили атаки румынских и немецких войск, вышли на территорию Румынии и захватили там два города. Не зная, что уже там все идут, отступление идет большое назад, поскольку силы были слишком неравны. Ну, возвращаясь, собственно, к той работе и тому вкладу, который проводила церковь, и не только церковь, но вообще все религиозные деятели, на самом деле трудно представить, было вот в начале войны, и, кстати, фашисты делали на это особый упор, что церковь после той вакханалии, молоха репрессий, который прошелся по религиозным деятелям, расстрелы, ссылки на Соловки, лагеря, 20-е, 30-е годы, фактически богоборчество по большому счету, да, особенно в первых самых таких большевиков, революционеров, то, что оно совсем по-другому воспримет вот эту ситуацию, более того, оно само выйдет с инициативой о помощи, соберет гигантские суммы денег, понимая, что церкви имели определенные возможности для этого, да, но она это сделала. И это, конечно, вызвало определенную реакцию. Ну, отец Иоанн, более подробно скажите об этом, поскольку мы уже говорили о том, как мусульманское духовенство включалось. Но на самом деле возможности православной церкви были намного больше, и паства была, конечно, больше. И, соответственно, и влияние, и ту роль, которую сыграла она в разгроме над фашизмом, это нельзя не упомянуть и нельзя об этом не сказать. Добрый день. Да, конечно, хотелось бы сказать о том, что с чем церковь подошла к этому времени. Конец первой безбожной пятилетки, так называемый 1939 год. Перепись населения показала, что после всех этих страшных репрессий, после кампании по изъятию церковных ценностей и расстрела священнослужителей и мирян, разрушение храмов, две трети сельского населения, одна треть городского населения записали, что они верующие, что они христиане. Невозможно уничтожить церковь, хотя были руководители в нашей стране, которые обещали это сделать, окончательно расправиться с церковью, со священнослужителями. Веру убить невозможно. Веру убить невозможно, и потом церковь – это не человеческая организация. Она была не задумана кем-то из людей, а церковь мы называем богочеловеческим организмом. То есть здесь соединение божественного и человеческого. И нет никакой другой организации на земле,
которое бы существовало такое продолжительное время, несмотря на неоднократные гонения. Эта перепись показала, что люди продолжали верить в Бога, продолжали ходить в храмы, не в многочисленные. Еще такие цифры приведу. В 1914 году российская, тогда так она называлась, Российская Православная Церковь, насчитывала 78 тысяч приходов. В 1939 году осталось из 78 тысяч 100. И все они были на европейской территории Советского Союза, то есть от Урала до Дальнего Востока не было ни одного действующего храма. Ну и патриарх Тихон, святитель Тихон, подвергался от советской власти большому давлению, и в результате он скончался в 25-м году, и после этого патриарха не избирали. В 1943 году Сталин Иосиф Виссарионович, который сам некогда учился в Горийском духовном училище, меняет политику государства в отношении церкви и вызывает в Кремль трех иерархов, будущих двух патриархов, митрополита Сергия Старгородского, митрополита Алексея Симанского и митрополита Николая Ярушевича. Надо сказать, что в первый день войны, 22 июня 1941 года, митрополит Сергий, будучи местоблюстителем патриаршего престола, то есть главой церкви в отсутствии патриарха, он издает, сам печатает на машинке, издает воззвание. Оно известно в литературе исторической. И там он, не могу дословно его воспроизвести, но он говорит о том, что церковь всегда была со своим народом. И церковь всегда разделяла все, что происходило в нашем Отечестве, с ним и радости, и горе всегда разделяла. И в этот раз тоже она призывает всех своих верных чад встать на защиту Отечества. И завершалось это послание. Ну, там были упомянуты имена наших великих и прославленных полководцев святых. Это Дмитрий Донской, Александр Невский. И завершалось это послание словами: «Враг будет побежден, победа будет за нами». Призываю всех, значит, верных чад церкви сражаться за Родину. Это та фраза, которую потом произнес Сталин. Которая потом, да. И Иосиф Сталин начал спустя две недели свое обращение к нации словами: «Братья и сестры». «Братья и сестры». Да. А в 43-м году, как я уже сказал, изменилась политика государства. Вот эти три иерарха были приглашены в Кремль. И Сталин спросил у них, что необходимо для того, чтобы церковь вновь начала полноценно осуществлять свою миссию. Три были озвучены условия. Это вернуть оставшееся духовенство из лагерей. Надо сказать, что возвращать уже почти что некого было. Нескольких епископов вернули, в том числе святитель Лука Воино-Ясенецкий, архиепископ крымский, который был врачом, хирургом действующим. И когда его отправили в ссылку за полярный круг в нечеловеческих условиях, он там жил. Но потом он написал Сталину прошение о том, чтобы его поставили начальником военного госпиталя в Красноярске. Это его прошение было удовлетворено, и он во время войны, сняв с себя рясу и панагию, делал хирургические операции. Другой из приглашенных в Кремль митрополит Алексей Симанский, будущий патриарх. На тот момент, на момент войны, он был митрополитом ленинградским. Всю практически блокаду он находился в Ленинграде. Сначала жил в Князь-Владимирском соборе, потом в Николо-Богоявленском соборе. И все это совершал богослужение. Но не только он
несколько уцелевших, так сказать, священников тоже совершали богослужение. И на Пасху 43-го года, кажется, может быть, я ошибаюсь, во время пасхального богослужения упал снаряд, и была повреждена колокольня, люди погибли. Ну вот церковь разделяла все тяготы, которые постигла наш народ, это страшная беда, со всем своим народом разделяла и радости, и горести. Ну и, конечно же, собирала средства на борьбу с врагом. На средства церковные была, значит, изготовлена, произведена танковая колонна, которая получила название «Дмитрий Донской», и авиационная эскадрилья, которая получила название в честь князя Александра Невского. Очень интересные данные, которые мало кто знает. И надо сказать, что вы тут перечислили, на самом деле, трагические истории нашей истории. На нашей истории мы должны ее помнить, знать и осознавать, что она имела разную, к сожалению, окраску. Были и светлые, были и темные страницы. Такое же состояние испытал и исламское духовенство Дагестана. Несколько тысяч алимов, ученых были сосланы. Кто-то расстрелян, кто-то вот так же сгинул в лагерях, поскольку пожилые люди, смена обстановки и так далее. Мало кто вернулся с этих, значит, к сожалению, ссылок, депортаций. Но, тем не менее, вот пример церкви, пример муфтия Расулева, да, который до сих пор, кстати, его память, она очень ценима, он очень популярен. И в тот момент, наверное, вот очень, он во многом, кстати, сыграл большую в этом гигантскую роль. Мы говорим о 22 июня, мы говорим о тех гигантских жертвах. 27 миллионов человек. Халак Мудатович, история не знала доселе такого кровопролития и такого безжалостного ведения войны. Хотя, конечно, была Первая мировая, где уже были опробованы многие средства, да, значит, перемалывающие миллионы людей, там, и авиация, и газы, и танки, все началось тогда, но ничто не сравнится с Второй мировой и Великой Отечественной войной. Та степень ожесточения и, как я уже говорил до этого, безжалостности к мирному населению, которое фашисты проводили на территории Советского Союза практически без разбора. На территории Беларуси каждый третий человек погиб. На территории Украины там каждый пятый. Это просто сложно представить. Есть разные показатели, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, в общем, о той составляющей, исторической составляющей этой трагедии, этой войны. Вы абсолютно, конечно, правы, то, что это самая печальная, самая трагическая история, значит, не только в истории, значит, самой России, но и в Дагестане, но и всего, значит, самое человечество. Так вот, значит, раньше, значит, самое такого не было. И до сих пор историки, значит, не подсчитали точное количество погибших в этой войне. Тут, значит, есть цифры 27, то 28, то 29, а то, значит, больше. Значит, это одна, значит, самая сторона этой, значит, самой. Но, с другой стороны, наука, история, она для того и научное, значит, самое видение мира, чтобы, значит, извлекать уроки. Однако, значит, самое, на сегодня мы видим, что, значит, самое, из этой трагедии, значит, самое, не извлечены в должной мере, значит, там, исторические уроки. Мы сейчас видим, история повторяется еще раз. А тогда, именно в 30-х, когда зародился фашизм на территории Германии, вот тогда, значит, самый весь западный мир настроил этот фашизм, эту, значит, самую страшную идеологию против Советского Союза.
значит, против Советского Союза. Они пытались и на Англию натравить, но это попытки были гораздо слабее, чем, значит, против СССР. И это им удалось. Значит, началась в 1939 году Вторая мировая война. Значит, и после этого, в 1941 году, значит, Великая Отечественная война. Значит, вы правильно отметили, что, значит, вот эта война затронула каждую семью. И ценой величайших потерь и величайшего напряжения всех сил и средств смогли, значит, отстоять, значит, Советский Союз, значит, и общество. Это, значит, является уроком для истории, который, значит, к сожалению, не до конца, значит, освоен. Это во-первых. Значит, во-вторых, мы отметили, что здесь, значит, религия сыграла очень заметную роль в этой войне. И касательно Дагестана, значит, вот отец, значит, обратил внимание, что до этого были репрессии, и притом это были самые страшные репрессии. Таких репрессий религия, значит, в Дагестане, по крайней мере, никогда не знала. Значит, но тем не менее, значит, прошло после этих репрессий неполных там 5-6 лет, и в то же время религия, значит, не ополчилась против советской власти. Она, значит, стала на сторону, значит, народа, стала на сторону, значит, армии. И правильно отметили, что в 1942 году, когда, значит, в пик вот войны, значит, битвы за Кавказ, была создана танковая колонна, которая, значит, получила название имени имама Шамиля. Это тоже неспроста было сделано, потому что, значит, таким образом советская власть и государство как бы оправдывалось то, что, значит, это было, значит, чрезмерными были, значит, вот меры принятые против, значит, мусульманской религии в Дагестане. Значит, еще, значит, в 1943 году, значит, отец обратил внимание, что Сталин вызвал, значит, к себе духовных представителей христианства. С таким же успехом мусульманские тоже были, значит, вызваны. И, значит, им тоже было предложено, значит, а что если, значит, возродить, значит, мусульманские, значит, мечети и церковные организации. Но, значит, тем не менее, значит, мусульманские представители, значит, очень вежливо, значит, отклонились и не захотели, значит, вернуться, возродить это, потому что слишком свежи были в памяти у всех вот репрессии 30-х годов, которые, значит, были. Значит, вот возвращаясь к тому, что, значит, это самое печальное событие, значит, самое в истории народов Дагестана и в России, значит, тем не менее, значит, тогда общество смогло сплотиться, могло, значит, консолидироваться. Если бы не такая консолидация, значит, вот общество и Советский Союз не устоял бы вот в той войне. Это было, значит, самым серьезным испытанием, которое, значит, определяло, значит, куда пойдет мир после этого. Вот в этом историческое значение той войны и той победы, которую, значит, одержали и, значит, народы всего Советского Союза и Дагестана, которые сплотились против, значит, фашизма, значит, и сплотили, их беда сплотила. Это, значит, абсолютно исторический, значит, научный этот самый взгляд, когда перед надвигающейся угрозой, значит, народ сплачивается. Вот это, значит, показало и продемонстрировало вот события, значит, Второй мировой войны, значит, Великой Отечественной войны, значит, и сплотило все народы Дагестана. И правильно, значит, вот сколько героев войны, сколько, значит, маленький Дагестан дал в самом, буквально в первые годы, то есть первые месяцы войны, значит, это стоит отметить и стоит, значит, дорогого стоит. И, значит, не потом, значит, всего, конечно, их 57, но, значит, то, что они в первое время были, и то, что, значит, когда в 42-м году, в 43-х годах во время войны, значит, нависла угроза, то есть о депортации, значит, народа Дагестана, а это было один из ключевых моментов, то, что именно дагестанские народы дали, значит, первые, значит, начале же войны, значит, герои защищали мужество, значит, родину. Вот это тоже, значит, дорого стоит. Один еще момент хотел бы добавить. А в целом по цифрам, которые мы можем оперировать, те люди, которые призывались в Красную армию, ну, рабочую крестьянскую, тогда она называлась вот так, в среднем по Советскому Союзу уровень потерь был чуть больше 30%. Вот те, кто были призваны в Красную армию,
по Дагестану, если мы смотрим, значит, мы видим, вот, каждое, можете брать любое село, люди, которые ушли на фронт и вернулись обратно, около 50%. Уровень потери дагестанцев выше. Ну, это, возможно, это и храбрость, мужество, неспособность сдаться, значит, отступить и так далее. Кстати, и в любых ситуациях этот дагестанский характер, дагестанский дух, он проявляется. Это одно из доказательств того, о чем мы говорим. Даже сейчас, в условиях проведения специальной военной операции. Вот к тому, что вы сказали о числе потерь, значит, я в моем родном районе Казбековском, значит, относительно недавно в районной газете были опубликованы семьи, которые потеряли трое детей. Их было, насколько мне память не изменяет, более 20 семей потеряли по 3 человека в каждой семье. Значит, там, конечно, еще больше двое, которые потеряли. Ну вот моя бабушка потеряла 7 двоюродных братьев. Да. Во время, значит, Великой Отечественной войны гигантские потери. Для... Только вот родной брат тоже, кстати, она была депортирована как кулаки, как дочь кулака. Они были высланы в Казахстан. Тем не менее, ее старший брат записался добровольцем на фронт, пережил Сталинград, был бронебойщиком, был ранен, пережил Курскую дугу, был ранен, вернулся в 1945-1946 году уже инвалидом, тяжелым инвалидом. Но, тем не менее, вот, несмотря на, казалось бы, обиду, да, то, что вот их лишили всего, выслали туда, он, как гражданин страны, свой долг перед, и перед Родиной, и перед своей землей он выполнил до конца. Ну, слава Богу, остался жив. К сожалению, другим так не так повезло, как ему. Мы завершаем на нашу беседу. Я бы хотел еще добавить, что в этот день проводятся разные мероприятия. Есть вахта памяти, свеча памяти. Вот об этом можно рассказать более подробно, если там проводятся такие. Буквально вы, наверное, в курсе дела. Министерство по национальной политике и делам религии провело несколько мероприятий, крупных мероприятий с приглашением героев России сюда, в Республике Дагестан. Несколько дней они ходили по городам и населенным пунктам Республики Дагестан, встречались с молодежью, особенно с молодежью. Герои сами, в общем, то, что они испытывали, какие чувства были. Очень хорошие мероприятия прошли по всей территории Дагестана. Это мероприятие мы неоднократно уже не который год проводим. Она стала практически традиционным. И такие мероприятия, безусловно, будут и продолжены. Она, вот, эти цели и задачи поддержаны и руководством республики, и главой Республики Дагестан прежде всего. Эту работу необходимо проводить, особенно сейчас, когда проблема профилактики экстремизма и терроризма, особенно на фоне событий Украины, это очень важно для молодого поколения. Понимаете, если мы не будем заниматься, будут другие заниматься воспитанием этого молодого поколения. Святое место пусто не бывает. Да, святое место не бывает. И по большому-то идет настоящая война за умы, за будущее молодого поколения с привлечением экспертов, специалистов, психологов, интернет-пространств, все эти возможности, которые сейчас интернет, социальные сети. Нам ни в коем случае нельзя в этом плане сейчас отставать. Надо хотя бы на шаг, на два вперед идти, чтобы молодой человек мог оценку дать к тому, что происходит сейчас, исходя из того, что он имеет. Это очень важно. Сейчас я очень надеюсь, что Владимир Владимирович Путин встречался на полях Санкт-Петербургского форума, там тоже говорил о необходимости. Вот сейчас большая работа проводится о пересмотре учебных программ, связанных с историей нашей страны, необходимости возвращения к тем нашим проблемным болевым точкам, которые всегда имелись в нашей истории, именно на этом фоне, что воспитывалось молодое поколение. Это очень важно. Я надеюсь, эта работа будет продолжена и в будущем. Ну, по большому говоря, я ссылаюсь на позиции духовенства в этом плане, говорю, правильно все отметили, что несмотря на всякие обиды, на все эти репрессии, которые были после Октябрьской революции, духовенство не предало ни свою родину, никого, свой народ, он был в передовых рядах. У мусульман, в частности, есть такое понимание, изречение «любовь к родине – это часть твоей веры». Это есть у всех
у всех конфессий. Оно звучит очень красиво. «Хубуль ватан миналь иман», говорят. «Миналь иман», да. Когда у всех есть. Да. Вот в этом духе надо и ребят, молодое поколение поддерживать, воспитывать. Я в этом плане могу сказать, что с нашим участием, без нашего участия, наши представители конфессии очень отзывчивы. Они принимают участие, приходят, активно принимают участие, ходят, сами ходят самостоятельно. Спасибо им за эту очень нужную, необходимую, полезную работу, проводимую в республике. На самом деле мы наблюдаем последние годы, уже десятилетия, да, попытку ревизии истории, попытку извратить, создать новую реальность, лишить нас нашего прошлого. К сожалению, в некоторых районах, в некоторых республиках это удалось сделать. Вот пример Украины, к сожалению, где, кстати, идет и борьба, духовная борьба, вот раскол фактически внутри, гражданский раскол, духовный раскол. И надеемся, что это превозмогет, да, братские славянские народы, они должны это все пережить и вернуться к единству. Надеемся на это. Учитывая то, что у нас есть богатый исторический опыт, который нам позволяет, наверное, надеяться на то, что мы сможем это все пережить и сплотиться, и жить в мире в дальнейшем тоже. Я благодарю вас за участие в нашей программе. И, завершая передачу, хотел бы вспомнить слова Константина Симонова, известного военного фронтового журналиста, писателя. Он назвал 22 июня самым светлым днем года. Говорят о трагизме этой даты. На самом деле, самый светлый день года, самый, значит, солнечный, значит, день солнцестояния, который, к сожалению, ассоциируется со скорбью и с войной. Чтобы меньше было таких дат, чтобы меньше было таких ситуаций, когда вот мы оказываемся в таком положении. Напоминаю, что в эфире была программа «Круглый стол». Говорили мы о Дне памяти и скорби. Вел программу я, Магомед Мухатилов. Всего хорошего. До новых встреч в эфире.